Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами двумя новыми майнерами по заработку криптомонеты Tron. Но прежде чем начать, хочу напомнить вам о рисках в интернете. Любые инвестиции в интернет, так как это инвестиционные майнеры, и без вложений здесь вывести не дадут. Всегда есть риски. Я рискую своими деньгами. У вас же своя голова на плечах. Надо вам этот проект или не надо. Я никогда не призываю каким-либо действием, не призываю вас инвестировать. Я лишь даю вам информацию, где я работаю, где я зарабатываю. Всего лишь. А решение только за вами. Это ваш выбор. Вот, я работаю на буксах, мне пишут в комментарии, а на буксах копейки зарабатывать, это очень долго, типа нет резона зарабатывать на буксах. Я зарабатываю вот на этих майнерах и неплохо зарабатываю, опять же пишут, что это хайп. Ну так пройдите мимо, уважаемые, будут другие проекты, зашла в матричный проект, опять не так. Каждому не угодишь. У каждого свой вкус, у каждого свое направление. Кто как хочет, так и зарабатывает. Вот. И прежде чем начать, еще хочу сказать пару слов по двум майнерам, ребятки. Первый майнер Super Miners. Замечательный майнер, работает, платит. Но здесь, ребятки, один минус по выводу. Значит, все, вот мои все выводы. Вот вчера я выводила 20.02. Вот мой вывод. Здесь вывод, вот все мои выводы. Раз в 24 часа. Не так, как в обычных майнерах я захожу. Там как бы они все обновляются. Я могу в одно и то же время со всех все собрать. А здесь... Тютелька в тютельку. Вот, например, вывожу я в 12.00, да? Все, в 11.59 я не смогу вывести. Я смогу вывести 12.01. Ну, вот, и так далее, да? Вот. Вот и в этом минус. И здесь вот я все опускаюсь. В этом я уже смогу вывести в 16 там с чем-то. И вот этот майнер, он такой же самый. И здесь тоже вывод... Тютелька в тютельку. Вот мой вчерашний вывод. 20.02. Вот. И тоже платит. Все замечательно. И вот, как я уже сказала, не пугайтесь. Вот, как я уже сказала, вот в 12.00, да, я заказала вывод. И все. На следующий день я уже как бы в 11.00 утра, как бы, да, например, я не смогу вывести, если только позже уже, так как здесь вот такой вот вывод идет. И ничего, ну, не я устанавливаю правила, но тем не менее платит, все супер. Также в них есть чаты. Ну, а вот этот майнер, так, вот, Crazy Mining. Регистрация тоже по телефону, пароль, повторяем пароль, заходим по телефону и паролю. Здесь я не смогу показать вам регистрацию. Кликаю Sign In. Это свежий майнер. Я зашла в него вчера вечером. И я не стала пополняться. Не было у меня возможности писать голосом. Вот. И как бы... Вот сегодня. Пока есть время. Значит, ну что у нас? Это наша домашняя страничка, типа того. Давайте переведем на русский язык. Новейшие инвестиционные возможности и все такое. Это у нас идет как бы сумасшедший майнинг. Я перевела. Здесь можно вот это все прочесть. Так. Вот здесь на домик нажимаем. Возвращаемся. Бонус дают 500 TRX. Вот в этом майнере минимальный депозит от двух монет. От двух Tron. 3X монет.
так как я писала в чат, я добавила в чат и спросила, какой минимальный депозит. Значит, что у меня здесь? Это у нас делиться, реферальная ссылка. Кликаем, скопировали реферальную ссылочку. Опять я возвращаюсь на домик, нажимаю. Это кошелек, бумажник. И перебросила, вот я кликнула на бумажник, и вот здесь вот на человечка, вот человечек также, такая вот менюха. Депозит, не на красный, не красно-синий здесь, нет, вот сюда депозит, кликаем на буковки. Бумажник, поставлю я на оригинал, так как, мало ли, здесь дают адрес, куда я должна перевести, и... От 1 до 5 минут депозит зачисляется. Копирую ссылочку. Как я уже сказала, от 2 монет. Кликаю send. Вставляю адрес. Сюда прописываю сумму. Кликаю send. Отправить. Проверяем. 30 монет ушло. Все замечательно. Так, сейчас я переведу еще на русский. Так, и что? Вот 500 монет. Это за сегодня мне уже прибавилось 50 монет. Это не депозит, ребятки. Это как бы с майнера идет накопление. Вот. Давайте я перезагружу страничку. Пока монетки не поступили. Здесь вот вывод. И промо-аккаунта вывод. Безлимитно. Так. Далее идем. Профит. Вот. Значит, мне начислили ежедневно с майнера. Вот пойдет, значит, 50 как бы монет. 550 монет у меня. Еще я сделала как бы депозит свои 30 монет. Здесь у нас реферальная программа. Аж 8 уровней, смотрите, видите, да? Ну и все, нужно подождать депозит от 1 до 5 минут. Вот. Далее, вот 550 монет. Значит, это вкладочка депозит. Это аккаунт. Вот 550 монеток. Это вывод. Ежедневный лимит здесь я позже покажу. Далее, клику опять. Промо-аккаунт. Также здесь можно выводить без ограничений. Вот, читаем, что здесь написано. Вывод поступает через 1-2 минуты. Возможны задержки в час пик. Для вывода нет ограничений по времени. И обычный вывод. Значит, вывод поступает через 1-2 минуты. Возможны задержки в часы пик. И... Его можно извлекать каждые 24. Это лимитированный вывод за то, что я сделала вот депозит. Далее. Промо-аккаунт я показала. Здесь моя команда я показала. И, ну и выход там. Надо сейчас перезагружу. Обновить и посмотреть. Нет, пока монетки не поступили. Обождем немного. Вот. А вот подтвердите действие на странице. Видите, 30 монет моих поступили. Вот все в режиме онлайн. Хотела уже поставить на паузу. И у меня стало 583x. И вот монетки мои. Видим. 21.02.
И плюс 30 монеток моих пришли. Кликаю вывод. И я смогу вывести ежедневно 0,9 монет. 90, то есть, да? Значит, сюда вставляем адрес. Адрес я все-таки скопирую отсюда. Копирую адрес. Вставляю. Это я стираю. Ставлю 0,9. И пароль у меня прописан. У меня прошел пароль. И тот. Все, я вывела. Так. Давайте все проверим. Пока монетки не пришли. Сейчас я обновлю. Подождем. Ну, а пока ждем, да, 0,9 монеток. Давайте перейдем к второму майнеру. Это у нас lovemining.net. Регистрация также по телефону. Пароль, повтор пароля. У меня прошел и тот. Нажимаем зарегистрироваться. Здесь у нас вход также по телефону и паролю. Нажимаю войти. И вот он точно такой же, как вот я вам показывала два предыдущих вот этих майнера. Конечно же, я сюда с удовольствием зашла и не могла пропустить. Запустился он сегодня. Это почему я говорю сегодня? Так как меня пригласили и написали, что вот он стартовал как бы сегодня. Вот. Очень много ссылок мне накидали. Но не могу же я по всем ссылкам правильно делать регистрацию. Значит, здесь все то же самое. Депозит. Вывод. Реферальная ссылочка. Кликаю. Депозит. Также вот адрес. Я копирую адрес. Иду в кошелек. Вот, ребятки, обратите внимание, пришел вывод. Сейчас я вам позже покажу. Вставляю кошелек. Прописываю сумму. 30 монеток я закину. Без фанатизма. Цент. Тридцать монеток мои отправлены. И все, теперь буду ждать вывод. Здесь нажимать никуда и не надо. Вот. Далее, давайте. Это кошелек. Депозит. Далее, профит. Мне будет идти 6% с майнера здесь. Это домашняя страничка. Это вкладочка «Вывод». Это вкладочка «Поделиться». Находится наша партнерская ссылочка. Ее копируем. Нажимаем ОК. Все, ссылочка скопирована. Это 6 уровней партнерская программа. И также здесь вот реферальная ссылочка, как бы менюшка, вот это вот в самом низу. Нажимаю домашняя страничка. Что у нас здесь? И вот здесь тоже реферальная ссылочка. Здесь вот можно и почитать информацию. Как бы, да? Вот. Перевести на русский и почитать больше информации, как бы, да? Также это все можно и почитать. Возвращаюсь на домашнюю страничку. И нужно посмотреть, пришел ли мой депозит. Да, 30 монеток, как видим, мои поступили. Иду. Домашнюю страничку ставлю, кликаю вот вывод, вкладочка, и у меня 1,20 монет. Ставлю сумму. Здесь я иду, копирую адрес. Здесь я это стираю, вставляю и кликаю вывод.
Все, у меня время 14:57. Я так подозреваю, что он тоже будет тютелька в тютельку обрабатываться вывод. И у меня 14:57, и значит 14:58 я только смогу сделать завтра платеж. Обратите внимание, в обработке вывод обрабатывается буквально минуту-две, и все. И вывод поступает как бы на кошелек. Значит, перехожу в этот майнинг. Вот 0,9 монет я выводила, как я уже показывала. Монетки поступили. Вот 0,9. Видим, да? Замечательно платит. И вот минус 30, сразу вывод. И здесь 1,20 монеток сейчас поступит. Перезагрузить. Давайте обождем, потому что вывод обрабатывается очень быстро, почти инстантом. Все, я обновила страничку, и вывод мой, видите, зелененьким. И даже не прошло минутки. И вот мой вывод. 1.23x. Все замечательно платит. Ну, в принципе, на этом все. Хотите работать? Работайте. Не хотите? Пройдите мимо. Каждому свое. Как я говорю уже, у каждого своя голова на плечах. Я рискую своими деньгами. Вы же думайте сами. Потому что это интернет. И всяко может случиться. Как бы ни был хороший проект. Я понимаю, куда я захожу. И мне винить некого. Ну вот, в случае чего. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.